среду в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 11, плюс 13, ночью 6-8 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, в светлое время суток плюс 13, в темное плюс 8, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 12, ночью 7, тепла, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 12, ночью 6 с плюсом, юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.